Всем привет! Я сегодня хочу вам показать мой рецепт зеленого борща. Нам надо будут яйца. Берем 5 штук и ставим их варить на открытом огне. Мясо или кусочек фарша заливаем холодной водой и тоже ставим варить. Когда закипит, собираем пену. Далее варится мясной бульон. Картошку чистим. 7 картошин на 3 литра воды. Вырезаем глазки и потом помоем ее. Картошку режем кубиками. Вот получились кубики. И бросаем в мясной бульон. Берем вареные яйца, чистим их. Пока мы их отставляем, потом мы их порежем. Берем большой пучок щавеля. Вот такой я показываю большой пучок. И порежем его ножиком. В бульон, который проварился, предварительно мясо варилось 30 минут и с картошкой 30 минут. В бульон, который проварился час, мы добавляем уже порезанный щавель. И оставляем вариться на небольшом огне 10 минут. Добавляем столовую ложку соли на 3 литра воды. Лучше, конечно, пробовать на вкус. Каждый любит. Кто-то любит соленое, кто-то любит недосоленое. Берем почищенные вареные яйца. Я режу кубиками вот через такое ситочко. И режем яйца кубиками. Порезанные кубиками вареные яйца добавляем уже в сваренный наш готовый бульон. Берем тоже большой пучок петрушки, порежем его и тоже добавим наш зеленый борщ. Подготовим репчатый лук для зажарки. Порежем его и тоже подготавливаем. Режем кубиками. Наш бульон, где есть картошка, уже мясо сваренное, щавель, добавляем сюда петрушку порезанную. Берем сковородку, наливаем растительное масло и будем поджаривать лук для зажарки. Пока лук поджаривается, это буквально 5 минут, у нас наш бульон варится, уже почти борщ. И теперь добавляем в борщ нарезанные и подготовленные вареные яйца. Закрываем крышкой минутки на 2, и наш борщ готов. Добавляем перед подачей на стол ложечку сметаны. Всем приятного аппетита! Друзья, подписывайтесь на мой канал и будем дружить. Приятного вам аппетита!
Очень вкусно. Приятного аппетита!